Как легко провалить любое собеседование, даже на копеечную зарплату? Два шага, как получить отказ в работе без объяснения причин. Никогда не делай так, если хочешь устроиться на нормальную работу. Первое. В первую очередь спроси на собеседование о зарплате. Ведь мы же за деньги работаем, надо сразу выяснить, сколько тебе будут платить. Еще и поторгуйся. А также обязательно спроси, есть ли другие материальные бонусы, обеды. Второе. Предложи себя сразу и на другие вакансии. Покажи, что ты универсальный солдат и готов к любым вызовам. И тебе, в принципе, безразлично, чем заниматься.